Самые красивые девушки Москвы на сайте www.приехалапоступатьинепоступила.ру. Подожди, вопроса не было. Но молодцы казахи, несмотря на то, что вопрос не прозвучал, они готовы были отвечать. Это надо отметить. Вопрос звучит так. Что вы им посоветуете? Самые красивые девушки столицы на сайте www.приехалапоступатьинепоступила.ру. Что вы им посоветуете? Мы им посоветуем залезть на сайт www.самые-некрасивые-девушки-Москвы. Поступила, но все равно сижу как последняя www. Что вы посоветуете девушкам, которые находятся на сайте, самым красивым девушкам столицы, которые находятся на сайте www.приехалапоступатьинепоступила.ру? А самые красивые казахи на www... Где вы сказали красивые девчонки? Наша команда предостерегает. Картофель не бывает растворимым, что бы вам ни говорил проводник. А от чего предостерегаете вы? Повторяй вопрос. Наша команда предостерегает. Картофель не бывает растворимым, что бы вам ни говорил проводник. От чего предостерегаете вы? Мы остерегаемся от морщин. Чтобы у нас не появились морщины, казахи тупо толстеют. Миш, картофель не бывает растворимым. Что бы вам ни говорил проводник, от чего предостерегаете вы? Мы предостерегаем вас поменьше слушать проводников. Сухого белья не существует. Дальше, прошу. Правда, правда, что казахи хорошие телезрители? Сколько, по-твоему, команда должна задать вопросов, чтобы ты все про казахов рассказал? Спасибо. Повторяй. Правда, что казахи хорошие телезрители? Нурлан, если будем продолжать так шутить, и ты, и я будем простыми телезрителями. Спасибо. Свое, ребята, давайте. Правда, что казахи хорошие телезрители? Нет. В Казахстане провалилась передача «Звезды на льду». Потому что зрителям надоедает 2 часа смотреть, как на льду катаются Тимур Бекмамбетов и Роза Рымбаева. Раньше книга была лучшим подарком. Потом книга стала лучшей заначкой. А чем является книга сейчас? Это серьезно. Давай, Миша. Раньше книга была лучшим подарком. Потом книга стала лучшей заначкой. А чем является книга сейчас? Для меня книга по-прежнему заначка. Для нас книга является лучшим советчиком. Недавно мы прочитали книгу по фэншую, модному нынче направлению, и заметили, что в Москве многие вещи расположены не по фэншую. Так, например... Супермаркет «Копеечка», расположенный на Рублевском шоссе, это не по фэншую. И, наконец, домашний стадион сборной России расположен не по фэншую. Не может наша сборная выигрывать на рынке. Скажите, какой сувенир я могу купить в Москве, если продам квартиру в Курске? Даже болельщики задумались, ничего не... Пожалуйста, повторяй вопрос. Дорогой мой казахский телезритель, какой сувенир я могу купить в Москве, если продам квартиру в Курске? Билет обратно в Курск. Что сам-то по этому поводу думаешь?
Какой сувенир я могу купить в Москве, если продам квартиру в Курске? На самом деле важен не подарок, а внимание. Вот, например, врачи на День всех влюбленных дарят друг другу вот такие валентинки. Мне сейчас очень понравилось выражение одного из зрителей. Выражение лица доктора Бранта, когда он увидел это все. Так, прошу. Что-то давно не слышали ничего про казахов. Давай. Правда, что фортуна обманчива? Давай. Правда, что фортуна обманчива? Нет, моя жена обманчива. Правда, что фортуна обманчива? Судите сами. Человек, который всю жизнь ел доширак, выигрывает по акции автомобиль «Хаммер». «Хаммер» расходует 50 литров на 100 километров. Теперь счастливчику не хватает даже на доширак. Спасибо. Так, уважаемые, разминка окончена. Несмотря на то, что максимум за разминку 6 баллов, хоть сколько-нибудь вы поставите каждый из команд, я полагаю, разминка «Прима-Курск». 3-3-3-3-4. «Астана-КЗ». Все судьи единогласно половину из возможного. И максимум Томск. Вновь все судьи половину из возможного.